Новогодние праздники совсем близко, о любимых детских аттракционах «Ледяных горках» пока еще никто в Чебоксарах не позаботился. Власти решают, как именно обустроить места для катания с учетом прошлогоднего опыта. Тогда власти Чебоксар были вынуждены временно запретить кататься на ледяных горках, и было принято решение посыпать их песком. Травматизм на зимних аттракционах – вещь случайная, но ответственность за это никто нести не хочет. К тому же на организаторах таких объектов лежит двойная ответственность, потому что основные участники катаний на горках – это дети. Ситуация пока остается неясной, однако в администрации города уверяют, что этот вопрос будет решен. Ответственность за размещение ледяных горок уже определены, поэтому чебоксарцы без ледяных аттракционов остаться не должны.